Вот мы и получили себе лучника. Ровни открывают доступ к атакам, наносящим урон от огня. Обычных атак сначала надо накопить, а потом обрушить. Понятно. Приказывай, капитан! Накопить! Накопить! Накопить огня! Ну если есть порох, то дай огня. Тра-та-та-там. Ой, снаряжение опять у нас. Откуда? Где ты его? А, мы же этот нож потрошителя нашли. Скуродер. Даже песенку про него спели. Рок-н-ролльну. Аура на финским солдатам, это хорошо. Смерть афинянам. Будет что продать. Задание. Дорога на войну. Сейчас, да. Порт Мегариды надо. Покида. У нас 8 уровень есть. Награда. Парчевый меню. Скажите мне. Парчевая лорика. Кираса. Ну там что-то чешуйчатое. Ух ты ж. Ах, винянь. Сегодня боги с нами, Кассандра. Тихое море, теплый ветер. Ну, готовьтесь, ребята. Все так, друг мой. Все возможно, так. Будет абордаж. А, погоди. Блин, какая Мегарида к чертям собачьим. Варнава, хоть бы ты напомнил, блин, задание. Мы же взяли задание этот вот. Торговый кораблик замычакали. Три километра. И к черту дорога на войну. Нормальные злодеи. Эх, война. Пошли грабить. Нашли. Патриота. Патриотку, вернее. Спарта обрекла меня на гибель пропасти. Они убили моего младшего братика. Они сделали из моего отца чудовище. И я буду бороться за Спарту. Да болт им. Удот, куда ты лезешь на своем торгаше, блин? Пофиг. Он первый начал. Дьяволу честь! Стартер, преисподнюю. Наше кредо убийство и грабеж. Мы отсасины. Нам пофиг все. Если мы можем, мы убиваем. А нас больше ничему и не учили там. Это быстрый торговец. Он уходит от нас. Не щадить никого! Давай.
Хреновые грибцы. Бей по ним! Готовьте стрелы! Еще раз! Это не военный корабль, капитан! По барабану! Эти торговцы наживаются. Смерть спекулянтам. Цельтесь лучше! Вон там! Кажется, что-то ценное! Ну, теперь ты обрадовался чему-то ценному. Говори, не в заплате, а то мне дерева на стрел не хватает, простые люди. Это торговцы, спекулянты и ублюдки. Все события, происходящие в игре, и моя реакция на них к реальной жизни не относится и не является проявлением моих отношений к некоторым существам человекоподобного рода в реальной жизни. Вижу какой-то груз. В роль вошел. А если в роль не входить, то неинтересно. Навалитесь! Халява! Значит, того торгаша валить можно, а других нельзя. За того деньги дают. Варнава. Жалко торговцев на абордаж нельзя брать. Ну, как, потопили, расстреляли и все. Я-то надеялся. Будет абордаж, будут сундуки с добром. Ну, не знаю, там соленая рыба, дешевое разбавленное вино. Чем там предприниматели в Греции занимались, чем торговали, фарцевали. Песня красивая. Ну, про Афродиту чего-то поют. Не истосковавшиеся по женскому теплу морячки античные поют про Афродиту. Мы кое-что нашли! Точно, точно. Готовьтесь к бою, чувачки. Сейчас пиратов будем атаковать. Чем больше мы добра награбим, тем больше Афродит вы поснимаете в портах. Ну и больше заразных болезней нацепляете. Афродита вульгарис. Волчицы античного мира. Ну, не в Греции, в Риме они красили волосы, это Сенат их обязал в рыжий цвет. И должны были волчьим воем зазывать к себе клиентов. Противник близко, готовьтесь! Ага. Сейчас нам бы на таран выйти. Будут таранить! Давай! Лобовуху! На! Блюдо! Внимание, сейчас столкнемся! Они целятся! Лучники! Приготовьтесь!
Эх, ёшкин кот! Зря они нас хотели протаранить. Ну чё, пацаны, за советскую власть, за рабочую крестьянскую, мочи ублюдков. Белогвардейскую шушваль. А, это не из этой игры. Это не там. Ну, зато весело. Зато погонники. Сдохните, твари. Стартер Каиду! Офицерьё. Больше сундучков тут не будет. Вали, Кассандра. Как ты себе пятки не поджарила. Я тебя говорил, бросай курить, Кася. Видишь, ножки холодеют. Кровообращение нарушилось. Никотин уничтожает твои сосуды. Так, а где? Мы ж, по-моему, еще одного там завалякали. Да что ж такое-то, а? А, мы его завалякали по полной, блин, я забыл. Прошу прощения. Мы его сильно завалякали. Пошли валить спекулянта. А, прошу прощения, говорил или нет, но это уже не кофе, а пиво пошло. Блин, да что ж я все забываю. Не стоит зажимать W. Торговец, отверни. Да ну отверни ж ты, ублюдок. Потоплю нахуй. Наглые, блин, запорожцы хреновы. Задание. Ты сам сказал, читай задание. Я прочитал. Прочитала. А в воде что-то есть. Ага, теперь ты рад, что мы. Жалко. Жалко, абордажей нет торговых кораблей. Ну ладно, нет, так нет. На них. Так, пиратики. Пиратики, морские акробатики. Берутся по ночам. Играют в карты. Но непонятный сторонний звук кто-то что-то написал. Что-то есть. Может, поднимем? Конечно.
Да, Кассандрочке на пиратов везет. Алексиса сам я там выискивал их, блин. Три пирата на все это самое. Ну торгаш, ну куда ты, блин, ломишь на своей охране, блин? Ну отвернись ты, удот. Весла поломал реально. Полный ход, пацаны! Абордаж! На! Приготовить кошки! Абордажные крючья! Игиль скалагрим. Игиль. Ага. А что ты своего рубишь-то? Ну тебе встреча с боссом. Есть! А, как он улетел! Как тряпичная кукла. Молодец, Касечка, молодец, девонька. Ну. Вот и отличненько. Молодцы, пацаны. Молодцы, бравые ребятки. Молодцы, так держать. Да, ну конечно, эти трупы на воде, кровь. Ускориться! Да, хочу немножко отвлечься от самого действия. Мне вот немножко непонятно. Я могу заменить чувака, но прокачивает ли он уровень или нет. А играя за Алика, за Алексиса, я так этого не понял. Да, я могу прокачивать корабль, все.
А вот чувачков наемников прокачивать. Или я его беру с его навыками и все. Да, переодевать их нельзя. Тоже вот такая печальная вещь небольшая. Нельзя ему давать какие-то хорошие вещи. Очень-очень большое упущение от разработчиков игры. И я не знаю, можно ли их прокачивать. Ну, изменить это значит, я кого-то другого должен взять, да? То есть, вот нет. Нет никаких клавиш, чтоб я пацана прокачал. Может, они, конечно, пассивно качаются. Но я, опять же, играя за Алексиса, я этого не заметил. Ну, собственно говоря, да, на вот этой счастливой победной ноте этот ролик я, наверное, закончу. Потому что, ну, будут еще ролики, будет еще время.